Bulunduğum konuma derhal dalgıç, ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderin. Cevahir belasından da kurtulduk. Bu işin peşini bırakmak için henüz erken. Seninle çok işlerimiz olacak. Ya sen bana bunu nasıl yaparsın? Nasıl bırakıp gidersin beni? Bu içine atladığın ateş bizim tam şuramızı yakacaktı bir ömür boyu. Sana bir şey olacak diye çok korkuyorum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Застрелив Акифа Джавахира, он немедленно позвонил в полицейский участок и сказал: «Ко мне немедленно была отправлена машина скорой помощи водолазов». «И отправить поисково-спасательную группу», — сказал он. После того, как Джавахир падает в море, Гуль говорит: «Мы избавились от проблемы с Джавахиром» и глубоко вздыхает. Однако Баран по-прежнему осторожен и говорит: «Еще слишком рано отказываться от этого». Хасан же украдкой говорит кому-то по телефону: «У нас с тобой будет много работы». После случившегося Дилан очень рассердился на Барана и спросил: «Как ты это сделал?» Он злится, задаваясь вопросом: «Как ты мог оставить нас и уйти?» Кудрет Бей точно так же упрекает Барана и говорит: «Огонь, в который ты прыгнул, спалил бы нас». После всего, что произошло, Барон сказал Дилану: «Теперь мы начнем все сначала. Ты, я и наш сын. Мой сын и я всегда будем говорить о тебе. Мы будем говорить о том, какой самоотверженный, добросердечный и храбрая ты мать». Затем Дилан говорит Барану: «Никогда не отпускай мою руку». Баран точно так же говорит: «Я не отпущу». Потом он говорит: «А теперь давай тебя немного утомим». Когда Дилан с любопытством спрашивает, что нам делать, Баран отвечает: «Я говорил тебе, что мы начнем все сначала. Сейчас самое время. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания».